Создание Центра медицинской радиологии в Димитровграде – проект, который имеет значение не только для региона, но и для всей страны. Ведь в учреждении здравоохранения будут использоваться уникальные технологии, которые позволят снизить количество рецидивов по онкозаболеваниям. Оборудование сможет высокоточно воздействовать на больные участки. Особенно это касается лечения детей. Поэтому ходу работ на объекте уделяется огромное внимание. Строительство ведется совместными силами области и федерального центра. Регион брал на себя обязательства по подведению водоснабжения и созданию подъездной дороги к медучреждению. 15 октября мы выполним все земляные работы на подъезде к ФЦМР и будет устроен, значит, нижний подстилающий слой из асфальтобетона. В таком состоянии мы уходим в зиму и в следующем году заканчиваем объект строительством. Плановый срок установлен 15 июля. Четырехполосная дорога с освещением и даже велосипедной дорожкой появится к назначенной дате. В профильном министерстве уверены, что сбоев по срокам не будет. Решена проблема с подачей воды с водозабора «Горка». 28 числа технически мы будем готовы обеспечить устойчивое водоснабжение ядерной медицинской центра. Первого сейчас, потому что 28 мы берем обязательно. С учетом родительства 1 сентября. В следующем году должен быть окончательно решен вопрос с кадровым обеспечением центра. Губернатор призвал активнее знакомить будущих работников здравоохранения с инновационным медицинским учреждением. А уже в середине года Федеральный центр медицинской радиологии должен принять своих первых пациентов. Егор Титов, новости дня, Ульяновская правда.